Женский микс больших размеров категории крем. Мешок весит 15 килограмм. Первым у нас идет хлопковое платье. Размер не указан. Следов износа на платье нет. Так, марка Аджента. Это у нас блузка. Тоже размер не указан. По ощущению похоже на полиэстер. Без следов износа 20-го. Английского размера женская рубашка с коротким рукавом. Также без следов износа. Джоннан Хоп. Здесь у нас размер не указан. Это платье у нас. Тоже следов износа нет. Достаточно длинная. Марка Мода Джордж. Блузка. Длинным рукавом, следов износа на самой блузке нету. Мака Эмбер, 18 английский размер, женская рубашка, тоже рукав примерно 3 четверти, тоже без следов износа. Так, здесь у нас размер, к сожалению, не указан. Еще одна блузка из полиэстера, также без указания размера. Марка Клэс, размер указан XL, тоже блузка с длинным рукавом, следов износа нету. По ощущению, кстати, похоже на хлопок. Так, 33-го вроде как размера новая юбка с этикеткой, тоже в отличном состоянии. Марка Перуна, 16 английский размер. Это у нас вот такая слегка приталенная тоже блузка. Марка Воллес, 18 английский размер. Еще одна блузка с длинным рукавом, тоже без следов износа. Марка 20, так, марка Джерси, 28 английский размер указан. Это у нас вот такая вот футболка хлопковая. Марка Спенсер, 16 английский размер, новая юбка. Тоже без следов износа. Еще. Так, это у нас, по-моему, туника. Следов износа нет. По ощущению, кстати, опять же, похоже на хлопок. Так, штаны 20-го английского, 48-го европейского размера, легкие летние. Не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но похоже очень сильно на лен. Так, платье. Здесь у нас указания размера нет. Также без следов износа. Марка Марк энд Спенсер. Такое тоже платье. Также без следов износа, отличное состояние. Марка Capsule, размер здесь я почему-то не вижу. Да, здесь нигде на этикетке размер не указан. Марка и... Так, марка здесь вообще не указан. Так, европейский размер 52 указан. Это у нас вот такая футболка с небольшими вставками. Марка Перуна, 18 английский размер. Женская танковка с длинным рукавом. Следов износа на рукавах и на воротнике нету. Так, юбка здесь у нас 20 английский размер указан. Юбка новая с этикеткой. Так, еще одна юбка 18. Так, юбка ли это? Да, по-моему, юбка, может и нет. По-моему, юбка, да. 18 английский размер из полиэстера. 18 английского размера. Также штаны новые, тоже 100% полиэстер указан в составе, следов износа нету. Марка Атмосфер, 18 английский размер, еще одна танковка, тоже без следов износа, отличное состояние. Марка Марк энд Спенсер, вот такая вот женская футболка, также без следов износа. Так, женская рубашка, указания размера нету, по ощущению похоже на полиэстер, без следов износа также. Так, Джоанна Хоп, это у нас платье, здесь указаний также размера нету, состояние тоже отличное. Марка Джордж, вот такие вот штаны. Тоже без указания размера. Следов износа на штанинах нету. Марка F&F. Это у нас женская футболка. Также без следов износа. Марка TU. 20 английский размер. Женская рубашка с длинным рукавом. Следов износа на рукавах и на воротнике нету. Марка Bon Maché. 18 английский размер. Женская блузка. Так. Следующая. Это у нас тоже блузка идет. Указания размера нету. Так. Вот такой вот. Платье, наверное, не знаю, халат, тоже указания размера нет, по ощущению, опять же, похоже на полиэстер, не знаю, к чему это отнести, наверное, курткам. Так, пуговицы все на месте, следов износа на рукавах и на воротнике нету. Марка Сейвор, это у нас еще одна блузка, тоже указания размера нет, без следов износа. Так, майка, здесь не знаю, ну, возможно, хлопок. Так, Т5 указан размер. Это у нас вот такая вот туника. Тоже следов износа нету. Марка Монсун. Это платье. Тоже следов износа нет. Так, марка Марк энд Спенсер. Еще одно платье. Вообще не очень сильно похоже на хлопок. Следов износа пятен я не вижу. Так, марка Канда. Свитер. Размер указан 2XL. Следов износа на воротнике и на рукавах нету. Марка Бон Маше. Это у нас еще одна женская блузка с коротким рукавом, следов износа также нет. Марка Марк энд Спенсер, вот такая вот майка. Марка Гэри Вебер,
Так, туника. Тоже очень интересный материал с длинным рукавом, следов износа нету. 20-го английского размера футболка, вот такая вот хлопковая. Марка Inspire, 18-й английский размер, женская блузка. Также из хлопка, по-моему. Так, вот такая вот интересная рубашка, достаточно широкая. Следов износа нету, почти не похоже на полиэстер. The Collection, 20-й английский размер. Это у нас, по-моему, комбинезон из хлопка. Так, марка Перуна, 16-й английский размер. Очень длинная такая цветная юбка. Марка Амаранта. Это у нас женская рубашка. Пуговицы все на месте. Следов износа на рукавах и на воротнике нету. Так, марка Classics, 18-го английского размера. Шорты. Марка Together. Это у нас, по-моему... Да, к сожалению, здесь указания размера нет. Женская танковка, тоже следов износа на рукавах и воротнике нету. Марка Wallis, 18-й английский размер. Вот такое вот приталенное платье достаточно сильно. Так. Там туника, тоже указания размера нету. По-моему, похоже опять же на полиэстер. Так. И так. Так, по-моему, XL это у нас вот такая вот майка из полиэстера. Марка Mark & Spencer, новая футболка. Размер указан 18 английский, из хлопка. Так, штаны. Здесь у нас указание размера. Так, вот нашел. 16 английский, 44 европейский размер. Следов износа на джинсах нету. Марка Roman, 16 английский размер. Вот такая вот очень приятная такая на ощупь рубашка с длинным рукавом. Так, M&S Woman, это у нас женская танковка из хлопка. И последняя вещь, которая у нас идет, марка Mind Velvet, 18, ой, 16 английский размер. Это штаны, следов износа на штанинах нет, состояние также нареканий не вызывает. На этом все.